Первая точка полицейского рейда – ресторан кавказской кухни. По традиции, это место массового пребывания иностранцев. Процедура стандартная – проверка документов. Смотрят, естественно, на страницу с регистрацией, а после отправляются на следующую точку. Направление, пожалуйста, рейды проводили совместно, работали сотрудники ППС, ГИБДД и Центра кинологической службы. Проверяли как места компактного проживания, так и массового пребывания. И кое-что установили, например, фиктивную регистрацию сразу у 5 иностранцев. По каждому случаю возбуждено уголовное дело. Всего полицейские выявили 133 нарушения. Задержали 4 гостей из Средней Азии, которые, оказывается, находились в международном розыске. Правоохранители установили, что иностранные граждане совершили нарушение правил въезда в Российскую Федерацию – либо режима пребывания здесь, предоставляли ложные сведения при постановке на миграционный учет, а также осуществляли незаконную трудовую деятельность. В отношении иностранцев составлены административные протоколы. Они будут привлечены к ответственности. Рейдовые мероприятия будут продолжены. Да что уж говорить, если в операции участвовали даже сотрудники УФСБ при силовой поддержке росгвардейцев. Объекты их проверки масштабней. Работали в организациях с иностранным персоналом. В итоге за нарушение правил въезда, пребывания и транзитного проезда привлекли больше 350 человек. Чаще всего, кстати, нарушают предприятия, работающие в сфере сельского хозяйства в Рыбновском районе и строительства в Рязанском районе. Штрафов наложено на сумму больше 1 000 000 рублей. Валерий Седов, телекомпания «Город».